этой неделе в центре внимания оказался маленький житель Чебоксар, которого отец-сириец хочет увезти в Австралию. Мама мальчика не состояла в официальном браке с беженцем из Сирии. Больше того, после рождения ребенка его отец до недавнего времени не появлялся. Мама малыша, к сожалению, умерла. Его воспитывает бабушка. Не так давно отец через суд установил свое отцовство, а теперь намеревается увезти ребенка в другую страну. Правда, есть информация, что он хочет оставить сына своему брату, живущему в Москве, неизвестно на какой срок. Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской республике Елена Сапаркина отметила, определить место жительства мальчика должен только суд. По имеющимся на сегодня сведениям, суд установил лишь отцовство ребенка, не определив место жительства. Я еще раз повторяю, что если между двумя взрослыми отсутствует соглашение о проживании и воспитании ребенка, то споры по этим вопросам решает только суд. В данном деле судебного решения об определении места жительства на сегодняшний день, насколько нам известно, нет. Поэтому здесь следует обращаться в судебные органы и решать этот вопрос в судебных органах. А со своей стороны мы окажем полное содействие, чтобы решение было принято с учетом интересов ребенка.